В Борском районе мужчина выжил после того, как попал под поезд. Андрей Васильев шел мимо железнодорожных путей и, как сам говорит, просто подскользнулся. Упал прямо под колеса проезжающего состава. По чудесному течению обстоятельств, из повреждений у него всего лишь пара сломанных ребер и ушибы. Шел и упал, подскользнулся. На бампе, как его называть, капот. И потом подъезд. Я уже оказался внизу. На рельсы не попал. Машинист сообщил дежурному. Дежурная вызвала скорую, милицию, полицию вызвали. Он лежал под электричкой. Голова у него была разбита. Он был в сознании, он даже пытался вылезти. Полиция из электрички помогала доставать его из-под поезда. Он был еще в сознании, да. Там все нормально. Ну да, бывает так частенько. Из-за того, что у меня голова тоже разбита. Угу. Пьяный был, трезвый. Когда люди попадают под поезда, они очень редко выживают. Ну что ты сам сказал? Хорошо, хоть вовремя перестановился, говорит. Везучий человек, значит, родился в рубашке. Сейчас жизни и здоровью Андрея Васильева уже ничего не угрожает, и в течение месяца его уже собираются выписать из больницы.